защищая политических заключенных, вы добиваетесь, чтобы завтра в стране не было политических заключенных, не было ни завтра, никогда. Потому что наши законы говорят о том, что в стране не может быть политических заключенных. Не может. Поэтому придумываются разные обвинения об экстремизме, еще какие-то обвинения фабрикуют следствие. Уважаемые друзья, 27 июля состоятся судебные процессы в Алма-Ате. Я сейчас обращаюсь в первую очередь к алматинцам. 27 июля большая группа активистов, гражданских, известных активистов, тех, которые организовывали массовые протесты в тех или иных регионах страны, а именно сейчас речь идет об Алма-Ате, над ними начинают судебные процессы. Большая группа активистов уже в тюрьме сидит год, какая-то часть полгода, кто-то меньше, но именно 27 июля над ними начинаются судебные процессы. И процесс ведет один единственный судья. Это будет по адресу улицы Шарипова, выше улицы Толиби, возле Алмалинского суда номер 1. Мы опубликуем еще плакаты, дадим адреса. 27 июля я призываю алматинцев прийти к зданию Алмалинского суда и поддержать политических заключенных. И поддержка может быть разная, в том числе челленджами в поддержку политических заключенных. Это будет 27 июля.